Ну вот, прошла неделя, мясо помариновалось, я каждый день его переворачивал. Пришло время готовить его. Сейчас порежу, ну, дорежу, так скажем, на те части, которые не дорезаны. Прям вот так вот, ну, сейчас так слегка, ну, сошкребу такие, ну, специи эти влажные, и прям вот так вот пакеты, сейчас покажу дальше, как буду упаковывать и как готовить. Ну все, вот почистил такие кусочки, сейчас я пакеты их положу и продолжим. Засовывать будем, ну, такие пакеты тут это под хлеба. Несколько пакетов, каждый кусочек, тут 5. И будем в них готовить. Вот нашелся один пакет вакуумный. И у меня есть машинка вакуумная. Насос, или как машинка, там не машинка. Ну, как правильно назвать-то. Сейчас и один кусочек приготовим в вакуумном пакете. Купил 2 года назад на Алиэкспресс. Там. За дешево вообще. Так. Все, запаял. Вот так вот плотно получается. И сейчас еще покажу. Вот у меня в вакуумном пакете вот этому мясу уже будет год в январе. Лежит. Ну, оно правильно, специально посолено. С нитритной солью, там с разными бактериями всякими. Вот оно такое красивое. Ни капельки даже не испортилось. Ну, потому что правильный посол. Как бы. Вот на следующий год будем пробовать. Обязательно сниму видео. Это свинина. Ну, продолжаем дальше. Да, и вот. В обычном пакете. Тут я в три пакета сложил. Один. И вот второй. Также можно в пищевую пленку много слоев завернуть. В пакеты одноразовые не советую, потому что там может быть микротрещины, дырочки. Ну, вода, я думаю, попадет. В таких 3 пакета ни разу вода не попадала. Сейчас продолжим. И вот такой агрегат, мультиварка. В ней будем готовить это мясо. Ну, пузанина вот эта. Так сказать, она обрела вторую жизнь. Готовить мы в ней уже практически не готовим. Только вот такие блюда.
блюда, то есть долгоиграющие. Ложим сюда. Да, я сейчас это еще обернул пищевой пленкой, ну, чтобы пакеты не раскрутились со временем. Ну-ка, пока будет лежать, мало ли. Сейчас наливаем воды и в путь. Все, налили воды, закрываем. Ну все, вот такая вот есть программа поддержания тепла. Ее нажимаем. Все, процесс пошел. И оставляем это на сутки. Сутки пройдет. Потом включу, покажу, как, что делать дальше. Ну вот, прошли сутки, как в мультиварке томилась пузанина. Сейчас откроем и посмотрим. Вот такая вот штука. Так, выключить. С розетки. Сейчас вытащить надо, и чтоб остыло. Вот так она в вакуумном пакете выглядит. Шкурка. Да, горячеватая, пускай остывает. А потом дальше покажу. И да, еще хотел сказать, что не обязательно вот в мультиварке. Можно просто кастрюля с водой и очень медленный газ, но надо следить за этим, чтобы газ не потух и не пошел он, ну, по всей комнате, чтобы как не угореть, не задохнуться газом. Ну, сейчас остынет, дальше потом покажу уже, как в разрезе будет. Хочу вот показать температуру воды. Ну, 63, 65, ну, 64. Вот в такой воде сутки томилась это пузанина или грудинка, кто как называет. Сейчас проверим, сколько внутри градусов. Сейчас разрежу и посмотрим, что у нас получилось. Соку сколько?
это выкидываем. Вот такая красота. Сейчас разрежу. Вкус не передать. Вкуснота, как всегда. Сочная, вкусная. А после морозилки будет еще вкуснее. Так что вот такой вот деликатес будем есть на Новый год. В вакууме может храниться вообще, шарик показывал вам год, и все отлично. Так что с горчицей, да совсем, что хотите. Вот такой вот рецепт, долгий, правда, да, там неделю его где-то готовить надо, но оно того стоит. Всем спасибо за просмотр. Вот еще последний съем. Вкусно. Вкуснота. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Лайки, комментарии. Всем пока.